Боёк Сиафуд. Роллы. Это что-то китайское. Соба. И речковая лапша. Уже все почищено. Вкусно. Очень красота. Вкуснота. 300 бат. Боёк Скай. Костюмчик для извращений. Так, ну вот, основное крылечко Боёк Скай, место нашей встречи. Вам сейчас 2 минутки осмотреться, я беру билеты, к вам договоримся по времени. Значит, обратите внимание, вот тут шатры, это вечером будет городок целый. Шатров, это сувениры, прям сразу вот два шатра. Да. Сейчас будет прикольно так. Вверх. А Шуша закладывает иногда. 51. Там сверху красиво. Ну, краше всего нам понравилось ночью. Там все огни зажигают. Красиво. Меняется город абсолютно. Вообще, да. Ну вот сейчас уже это огоньки включаются потихоньку. Но еще не так видно. 72 этаж. Там просто понимаешь, насколько большой муравейник. Сейчас ты как-то, ну, у тебя серые... Ну, там еще уже вот эти потоки автомашин становятся. Да. Кстати, мы ровно медленно ехали. Да? Вот этот, как вам, макет. А правда, что здесь в номерах не открываются окна? Правда, конечно. Ну, как? Потому что не было суицидников. Вот эти все бинокли. Вот если упадешь, то на 77 метре. Вот это трасса наше направление, вот там Паттайя. А вот это та железная дорога, по которой мы ехали, это Сицилайн. Вот то, что вы сейчас. Пойдемте кушать. Да. Пойдемте. А то он тут кукурузка, я уже ее хочу. Дальше. Что-то мы проголодались уже. Шучу. Еще выше. На смотр. Круто? Извините, пожалуйста, можно вас сюда вот попросить зайти, чтобы мы... Вот такой выход. Все сюда. Да. Вовка, ты голодный? Там перекись морганца. Не трогай мою пузика. А сколько всего этажей? 85 или 86. Мы поднимаемся до 84. Сколько метров у моей больной площадки известно? 250, а сейчас будем 300. 83. Пойдемте, да, в нашу. Давай, слышь, беги. Китайцы. О, куда рулим? Куда шлем, да? 300 бат. Китайский квартал. Да. 300 бат? 300 бат. 300 бат. Мы в другом доме. Я думаю, что вы, конечно, разберемся. Горячие напитки здесь. Ага. А холодные в конце. Хорошо. Ракушки. Сковородка. Вот эта сковородка. Вот она. Спасибо.
хорошо, вкусненько. Хорошие такие, смотри, крупненькие, да? Вообще. Паттай. Паттай, том-ям. Это у нас спейси фуд. Сам себе можно нафигачить. Да. Ты давай, забирай себе. Это я тут поснимаю, а ты потом. Сейчас я пройдусь. Вон тут супчик, лапшу делаю сразу. Сам себе набираешь. Роллы. Кто там любит? Вова. Лапшечка. Что это тут? Мисо-суп. Мисо-суп. Это какая-то рыбная это фигня. Это соус терияки, лосось. Ну, не самые лучшие, понятно, вкусы. Значит, это что-то китайское. Соба. И очень речневая вкусная лапша. Это рис японский. Японский? Да, который Гохан. Другой рис. Китайский. А здесь не по кругу, да? А, вот. Они его переместили. Значит, вот с молоком дуриан, он вот так. Можно с рисом, а можно вот с этим. Да, да, прямо вот показывать. Это манго с кашкой. Понятно. Вот, и стаканы, напитки. Десерты. О май гад. Уже все почищено. Да, ну нет, они молодцы, конечно. По крайней мере, вот у нас входим на лайк, потому что совсем другая история. А здесь блинчики варят, да, по-моему? Что-то. Денчик что, скушал уже? Вкусно? Кстати, прикольно смотришься на фоне Бангкока, да? В общем, красота. Вкуснота. Зачем ты себе берет навалил? Вкусно. Вкусно? Хорошая соба. Она с чем-то? Вот соба. Просто соба? Это мясо очень, кстати, вкусное. Слушай, какие устрицы здоровые, да? Мидия. Вообще. Прям лошадиные. Ты именно мидия. Мне очень суп порвался. Денчик паролом отрывается. Я говорю, ты паролом отрываешься. Надо это заказать. Это палочка. Да. Даже. Ну, это, наверное, нога, да? Фига себе. Слушай, они какие, маринованные или какие? Маринованные какие. Давай попробуем. Это грин. Вон она.
везде три ветки, там же эти. Байок Сиафуд. То есть это вот конкретно Сиафуд. Это вареная история. Вареная? Отварные, получается. Злато, серебро. Цацкий. Никого народу. Ну, тут шьют или вышивают? Да. А, печать. Фото. Фото печать. Так. Что? Хрень всякая. Короче, ничего интересного. И дождь еще идет. Пойдем назад. И назад. Ага. Он там был лобби. Да, блин. А вот там мы жрали на самой высоте почти. Вот так. 7 человек, да, набивался? Пять. У него. Пять? Это европейцы, а тайцы 7. 10. 7. Они там, походу, охлаждают, тут стоят. Там охлаждают. Ржут, стоят два этих, блин, дурачка. И, господи, связалась с вами, а? У меня-то он рядом.
вышел, показывает. Я что, дурачка? Это вон дурачки ходят. Я говорю, вот они. Я говорю, а умный рядом с тобой стоит. Слезали. Ржут, пенисы дают, мыли друг другу неуходимые. Две девы. О! Две девы ходят. Я-то им даю там фрукты, понюхать это, а он, на, Лёх, понюхай. Так ржать, давай я, ой, два дурачка, ой-ой-ой. Пальчик покажет, а ржать начнут. Парковки, да? Внепланово. Херач. Ух ты! Йоу! Я говорю, видишь, внеплановая экскурсия. А вот эти библики не делаю такого. Экстремального такого не делаю. Че, бедолаги, загружаем? Заползаем. Ву, а, ля.